А ты уже успел подготовиться ко второму сезону FIFA Mobile? Не проблема, у меня ты найдешь лучшие способы заработка монет на рынке, а также самую надежную и быструю накрутку FIFA Points. Все ссылочки в описании. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Влад Капуста, вместе с вами мы сегодня скрафтим троих игроков сотого рейтинга, и мы повысим наш состав до 131 общего рейтинга. Представьте себе, 131 общий рейтинг состава. Я думаю, что этот состав заслужит от вас, во-первых, лайков, во-вторых, лайки за крафт. Ну и как всегда для вас, мой подписчик предоставил мне аккаунт, чтобы я его разыграл. Для того, чтобы стать участником данного розыгрыша, вам нужно все лишь быть подписчиком моего канала, это обязательно условие. Также поставить под этим видеороликом лайк и написать в комментариях ссылочку на свою соцсеть, чтобы я сумел с вами связаться, если вы становитесь победителем данного розыгрыша. Всем вам, друзья, хочется пожелать приятного просмотра, а также как можно больше побед в реальной жизни, а также в FIFA Mobile. Мы сейчас с вами, дорогие друзья, будем начинать с крафта, и давайте мы перейдем в планы межсезонья. Листаем в самый низ. И видим возможность скрафтить Манджукича сотого рейтинга. Нажимаем сюда автозаполнение, забираем этого парня в наш состав, ЛФДшка, сотый рейтинг. Конечно, мы будем только рады видеть его у нас в составе. Это один из самых лучших ЛФД, который только есть в FIFA Mobile. Красава. Смотрим, что нам дают вместе с ним. И большой набор повышения рейтинга. Нам нужен Фернандо Торрес. Забираем этого красавчика также. Самое смешное, что сегодня он тоже будет сотого рейтинга. 97 пока что есть у нас уже в составе. Но мы с вами будем двигаться дальше и сделаем так, чтобы у нас был сотого рейтинга как можно скорее игрок. Тренировочный опыт малый дается. Скорее, скорее, скорее поступаем в наш составчик. Конечно, есть у нас уже ты. Приятнее всего в FIFA Mobile получить игрока сотого рейтинга. От этого и вправду получаешь удовольствие. Забираем игрока. 99 рейтинг. Фернандо Торрес. И есть. Сейчас то самое сокровенное, ради которого мы с вами все вместе собрались. Мы скрафтим Фернандо Торреса на позиции центрального форварда. Сотого рейтинга. Забираем. Забираем эту прекраснейшую награду. Уху-ху-ху-ху. Фернандо Торрес, сотый рейтинг. Он у нас есть в составе. Блин, такая же крутая и красивая карточка у него. Обзавидуешься на самом-то деле. И вместе со всеми этими игроками хочется еще взять Гонсало и Гуэйна. Сотого рейтинга. Заполнение. Межсезонье. Режимы атаки. Забираем. Нападающие. Показываем. Да, он также есть в составе. И что вместе с ним нам дается? Сейчас мы как раз узнаем. И большая валюта набор. Я думаю, что большая валюта набора это будет FIFA Points. Где-то 1000 FIFA Points нам в следующем сезоне за него дадут. Хотя могу, конечно, ошибаться. Потому что достоверной информации практически ни у кого нету. Гризман, с тобой нужно попрощаться. Игуаина ставим сюда вот. Салах, ты конечно крут, но Манджукич заслуживает это место, я думаю, что больше. И все-таки придется попрощаться с Вейн Руни. Карточка у него достойная, честно скажу, но Фернандо Торрес занимает твое место. Руни, сори. 131 общий рейтинг состава. А если вот сюда еще засмотреться, 3-4-1-2, тут всего лишь 3 игрока, которые не из новых событий межсезонья. Выглядит эффектно, бомбезно и круто. Мы сейчас с вами готовы к игре. И думаю, соперники у нас будут намного достойнее, чем были до этого, когда мы тестировали этот состав. Но тогда у нас был рейтинг 123, а сейчас колоссально он изменился, и теперь рейтинг этого состава 131. Рейтинг нашего соперника 98. У нас 131. И как так можно играть, вы мне скажите? Против такого соперника даже не чувствуешь этой игры, походу. Фернандо Торрес, выбиваем мячик. Тибо Куртуа совершил сейв, можно так сказать. Первый наш мяч уже залетает. Гаррет Бейл с мячом. Финт. И давай... Нет, не залетает. Давайте попытаемся с углового забить. И давай, Давид Луис, нет! Куарежма на Гаррета Бейла. Давай, Бейл, пробивай! И второй гол.
такие моменты на самом деле я испортил. 3-0 сейчас играю я. Давайте Фернандо Торреса проверим. 4-0. Маскерана постараемся обойти. Да, это налегке таким составом сделать. Пятый гол мы забиваем. С подкруточкой все голы нужно реализовать наши. Давай вот так вот. Нет, не получается. Подкруточка меня подвела немного. Давай, Поль Погба. Молодчулик. Поль Погба умеет забивать с помощью своей головы. И давай так. 7-0. Был пасик на Куарежму. Куарежма. И 8-0. Последний момент у меня как раз забить. И давайте постараемся. 9-0 я забиваю. И счет выходит у меня 9-0. Соперник мой, я думаю, что даже не играл против такого состава, как у нас. Давайте проверим, с чем мы сейчас столкнемся. 112 общий рейтинг его состава. У нас 131, как вы уже могли заметить, не первый раз. Отличный момент. Первый гол забиваем. Если не ошибся я, то Фернандо Торрес забил этот гол. Второй гол. Дубль оформляет Фернандо Торрес. Давайте сейчас хэт-трик оформим. Красавчик, да. Давай, нельзя никогда жлобиться. Так что мы... Ой, как-то вообще неудачно ударил я. Давайте проверим Давида Луиза. Нет, даже не получается забить. Пять-ноль. Но на самом деле 4-0. Давид Сильва у мяча. 7-0. Ой, ты! Восьмой гол мы забиваем сейчас. Девятый гол. И дайте мне еще одну возможность забить. Пожалуйста, пожалуйста. Е-спортс. Нет, к сожалению, мне Е-спортс не дают последнюю возможность забить. Ребята, если вам понравился крафт игроков, сбор состава и вы хотите, чтобы я на этом не закончил, то влепите, пожалуйста, лайки под этим видеороликом, а также не забудьте подписаться на мой канал, так как я буду стараться для вас создавать как можно лучше составы и показывать самые лучшие и одни из самых годных видеороликов, которые вы найдете о FIFA Mobile. С вами был, как всегда, ваш Влад Капуста, и до скорых встреч. Всем пока!